Доброго всем здоровья. Вот что я тут вижу. Снимаю ролик по просьбе Вячеслава. Просил мне фотки сделать, но не знаю, что фоткать. Как говорится, разбирайтесь сами, чем могу. Ну, вот так вот выглядит этот узел. Не снятым кронштейном. Так, вот что отсюда можно посмотреть. Ага, ну вот с фонариком, насколько камера влазит. Так она стоит. Угу. Так, и... Ну, вот здесь вот эти вот, где нет зубов. Вот она, значит, залысина, скажем так, беззубая на шестеренке. И зуб начинается на большой шестерни. Вон он. То есть, скажем так, под прямым углом, перпендикулярно червяку. Червяку перпендикулярно он ставится. Вот так подсвечу. Вот так. Потом идет залысина влево. И вот там вот второй зуб начинается. Вернее, второй. Последний зуб, если против часовой крутить. Ну, только вот так вот можно сориентироваться. Больше нигде не могу подлезть. Так, если только вот тут вот плату приподнять. Тут, конечно, вдвоем. Тык. Работаем, как говорится, под напряжением. Но тут нифига не поймешь. Нифига тут не поймешь. Ну, в общем, сориентироваться по тому зубу, наверное, лучше всего. Ну, или либо снимать, что-то, не знаю, вдруг рассыпется этот кронштейн. Ну ладно, если что не поняли, напишите тогда, что-нибудь еще придумаем. Ну пока все.